Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артём? Давай за мной. Good luck. Мы вас не победим. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак? Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший, так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Не пуха, дружище. Смотри, не увлекайся там. А то я тебя знаю. Удачи. Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно! Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем! Не волнуйтесь за тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, Кристоф удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Она сильная, переборет. Главное, вернись. Удачи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины.
Артём, принимай снаряжение. Пушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Со щитом или на щите? Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артём, вот он, твой шанс. Последний, ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. Дорога к мечте. Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так,
По карте вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Давай в обвод, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артем, аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растёрнут. Долго мы тут не протянем. Налево. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект будет. Ах ты, ёкарный балет, снова пробка. Тут, похоже, так прошло. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих моих придется. Надо спешить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Давай, давай, за мной не останавливайся, или нам конец. Сейчас будет большая разъездка, и где-то за ней вход на станцию. Осторожно, снег глубокий. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. А, ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил.
Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. Радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. И тут твари. Сейчас полезут, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Попробуем протиснуться здесь. Вон проход. Давай вперед, я прикрою. Как ты, цел? Ну, идите сюда! О, блин! Еще лезут! Приготовься! Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтры и труха совсем, а на Сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народ с их школы как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не
пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Так что мне, зеленка это, и детей колоть? Не дури. Зеленка это мировая вещь. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев погулите, пока все устроится, а там... В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Здесь можно протиснуться. Вроде не глубоко. Слышал, что это было? В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти. А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Кстати, трупам не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Давай наверх и смотри в оба. Все-таки случилось. Столько расстрелянных. На войну не похоже. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. А пыли-то? Ну, вроде держится. Идем. Кажется, окраины станции.
Погоди, фальшфейер зажгу. Ё-моё, всё-таки война. Смотри, они держали оборону бронелетучками, а как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут, видно, было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше — ложь и жизнь, или правда и смерть. А, что? Что-то мне не по себе, Артём. Ничего не мерещится. Радиация. Хватанули мы порядочно. Еще одна могила. Тут бой закончился. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. А, что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. А, какого черта? Упыри! Помоги-ка, Артём. Взяли. Хватит, пошли. Как я понял, это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро.
видишь баллоны? Хлор. Траванули всю станцию. Вот откуда такая гора трупов. Им тут, похоже, не до шуток было. Пришли, черт его. Эти ворота нам не открыть. Ладно. За мной. Попробуем вернуться в технические помещения. Значит, местные все-таки выжили. С Новосибирском связи у нас никогда не было, но мы считали, что и у них глушилки. Сразу после войны Комитет обороны решил скрыть все признаки жизни в убежищах, чтобы предотвратить новые ядерные удары. А, смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Да, мы врали населению Москвы, но как еще было сплотить людей, защитить их от внешних угроз? Свобода! Мертвецам свобода. Ни к чему. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Хоть у остальных дела получше нашего. Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний, путевой. А, вот железка чертова. Артём! Слышал? Будь наготове! Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я прикрою. Давай, я тебя прикрываю. Давай подсажу. Давай, удачи.
мальчишка! Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Выходи, не обидим. О, Артём, держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оскол». А больше я вам ничего не скажу, можете сразу убивать. Хлебников, значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Оскол». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой! Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха, а ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, нафиг! Посадите меня! Давай. Скорее! Что скажете, а? Ну что, еще охота? Жги гранатами! Иди сюда! Прорвемся! Нравится? Нравится, твари? Ишь, как удирают! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать?
Нельзя было его от себя отпускать. Ха, живой! Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворота открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так что выжили. Артём, смотри. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт, опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артём, ты фильтр не забыл восстановить. Там будет негде. Ага, вот она где. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время.
Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед.
Thank you.
Артём. Артём. Вставай, пора. Thank you.
Что делать будем? Приказ выполнять. Расчистить дорогу. Если надо, сталкивайте на обочину. А то осколками народ побьем. Сейчас оформим. Давай. Толик, на 11 часов вестибюль метро. Под калиберным. Вижу цель. Под калиберный готов. Огонь! Твою мать! Дёмля, приехали! Thank you.
всего, что он едет к институту. Вам надо торопиться. Потом он выходил на связь еще раз, но Артем... Thank you.
Ничего не нашел, милый? Ничего, я знаю, ты старался. Я жду тебя. Хочу, чтобы ты был рядом, когда... Ты здесь. Так хорошо. Прости.
держись. Держись, сынок. Сейчас, сейчас. Держись. Сейчас полегчает. Ты нашел. Нашел. Не вздумай умирать, слышишь? Даже не думай, что я ей тогда скажу. Что? Не спать, боец! Не спать! Я все же тебя нашел, сам не знаю как, но нашел! Не спать, Артём! Живой! Я думала, опять один останусь. Вставайте, скорее! Не просыпается. Таких лучше уже не будить. Тут надо прямо ехать. Он хотел меня научить, но не успел. Сознание потерял. Машину водите? Ура! Едем дальше! Он нашел карту! Сказал, что папа герой, и что он всех нас спас. На нас мутанты напали, но он их всех одиночные. Бац! Бац! Потом река, а там черви и глубоко. Он меня на плечах принес. Красивая какая! Сколько нового!
Давай скорей, уже близко!